Так, ребят, всем привет. Я, в общем, в Широнске заезжал к ребятам в гости. И опять же, аля Олюка, ой, я встретил. Тадин, привет. Здравствуй. Ну что, ты рассказывай, как дела? Тут тебя не видно, не слышно. Да я сегодня суббота, я в бане была. А, да? Ну да. Как тебе в бане? Ну, нормально. Здесь же в бане, да, в Широнском да. центре? Да. Попарили, чаек, сладости, да? Да. Или без сладости? Не, у нас это... Квас. Что? А, квасок выпили? Да. Сейчас баня у нас так топится, идите купайтесь, если хотите. Я не хочу. Да. Ты это сам, от кваса не захмелела ты? Mm-mm. Не, нормально. Я уже 2 года, это, трезвый как. Какие 2 года, кого ты приехала, когда на реабилитацию? Ну, я один раз выпила, меня дочь сразу сдала в стаб-центр. Так я уже 2 года не так, пью, не если курю. Если бы раз не остановили тебя вовремя, тебя не бы понесло. Не пью, не курю 2 года уже, вообще, не грещу даже никак, ни разу, вообще. Да? Караул. Ну, хорошо. Я сегодня вышла на улицу, такая встала возле, ну, вот, возле двери. Плакала? Да, я такая. Почему? Ну, я такая, такая думаю, ну, я к той ветке в жизни привыкла, но мне ее тоже как от сердца я отрываю, понимаешь? Если она была на воле, днем и ночью на воле была, ну, на улице. А тут только во дворик выйдешь, и туда нельзя, да, сюда забор нельзя. Хотя все открыто, да, но туда нельзя. Чтобы да? не напиться, не накуриться, не сокрушиться, не нагрешить. Я думаю, куда я пойду? Да. Кто не знает, смотрите, у нас двери открыты. Сейчас, да. Двери открыты. Сейчас просто вот я калит. Встречу кого-нибудь, алкоголика, познакомлюсь, и все. И скажу, выпить есть, а покурить, а деньги есть, а хата есть, есть. Базара нет, не вопрос. Пойдем ко мне, пойдем. И все, прям вот, ну, вот так, за минуту, одно за, мгновение, одну, да? за одну минуту, за одну секунду я просто грех... Согрешу. Да, поэтому лучше с нами, да, держаться? Да, и поэтому я такая уже, я такая, думаю, нет, бес, не возьмешь меня, да? сатана, нет, я лучше пойду к Богу. Да? И вернулась, да, там помолился, пошла в баню, скупалась. Да, ну сейчас повеселела, ты что, привет будешь передавать там ребятам, подписчикам, дочке? Ну, я передаю привет большой дочери моей Светлане Алексеевне Илющенко. Да. Илющенко, да. А потом Александру, значит, сыну передаю привет. А его большой. Невестке или кто-то жене? А? Его жене. Какому? Ну, твой же сын там женился на ком-то или с кем-то жил? Ну, я не знаю, она где-то, я не знаю, я ее ни разу не видел. Ну, такие... ну, привет будешь передавать ей? Ну, да, и привет ей тоже, привет, значит, моего сына жене там, ну как там, живите дружно, мне по барабану, как бы там, ну мне все равно безразлично, потому что я, ну главное, дети взрослые, самостоятельные, они сами решают, как им жить, с кем и жить, сколько жить, и как вообще, это их не дело, их не жизнь, их не судьба, мое дело, я свою судьбу не могу никак решить, никого да не... Да ты уже решила, что живешь в трезвости, хожу, никого ты что, у тебя семья какая, у тебя ни жениха, ни мужа сумку нет. Сумку на колесиках подогнали ну, тебе? Ну сумку на колесах есть у меня, да, одну дочь, у меня сын есть, а сумку на колесах. Ну, диплом привез мне, опять забыл. Диплом мы тебя на школе официально вручим. А, да. А когда я поеду, это вот в когда Сочи поедешь, или Москву? Куда я поеду? В Сочи или Москву? Еще не знаю, это не я распределяю. Поэтому ну, я только, не... только, пожалуйста, в Сочи или в Москву? Все, никуда. Другие варианты нет. А Новороссийск? Да. Такие не, города, не, да? Не, 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 а Вологда? Не. А Саратов? Не. Челябинск, Кренатов? Саратов я сразу по Кровскому поеду бухать. А, сразу, да? Прям, моментально прям. Не, а к этому, Кренату, Челябинск. Ты Рената помнишь? Рената, помнишь ты? Да так-то помнишь, вот оно, да. Челябинск, поедешь к нему? Нет. Далеко, да? Да куда? Зачем мне? Да? Ну, я помню, ну, что они мне? Ну, они просто мне братья, все. Больше не хорошо. Больше. Не больше, только хорошо. Братья. Хорошо. Ну, ладно, давай всем братьям и сестрам тогда привет передавай. Всем привет. Ну, можно я еще этими передам какой-то? Это же в YouTube, это, в Instagram? Да. Ну, передаю привет, ну, нашей полиции, город Новоузенск, передаю большой привет. Спасибо, что, ну... За что? Держали тебя в границах, да? За что? Ну, в общем, за полиции, все, за все хорошее, спасибо, да. Ну, всем, то, что, всем подписчикам. То, что мне сигареты давали в трезвике. Да? Всем подписчикам моим привет передавай. Ну, я передаю привет всему Новоузенску, кто меня знает, кто меня уважает, кто меня любит. Всем привет Покровскому Сергею Геннадьевичу привет передаю. Ну, все, ну, и городу Майкопу. Майкоп, ты же в Майкопе жила сколько времени на школе? Там да у тебя там уже в Майкопе люди знают, на улицах узнавали. Ну, они меня все узнают, я их не знаю, а они такие. О, Валентин Иванов во Христе. Мы вас каждый день по Инстаграму смотрим, по Ютубу, мы в Одноклассниках, везде мы вас смотрим. Каждый день и ночь. Я говорю, чего вы меня смотрите? А я говорю, мы вас узнаем прям. И вот я вас вообще никого не знаю. Меня все знают, я никого все, не знаю. Знаем. Ну все, давай, молодец. Ну, давай, пока. Все, давай, пока. Вот, вот он, центр Апшеронс, наш дорогой, любимый. Вот Валентина Ивановна. Вот твоя машина, это Евгений, пятницкая машина. Я тоже мечтаю такую машину когда-нибудь. На абхазских номерах, да? Да, вообще крутая машина. Ну все, пока.
Пока-пока.